Hi, people, с вами Вика. И перед тем, как я что-либо начну говорить, подпишитесь на мой канал, поставьте пальчики вверх, ведь дальше будет очень-очень интересно. Что ж, приступим. И уже настал третий этап конкурса девчат. Для тех, кто не знает, я принимаю участие. Ссылка на канал девчат будет внизу к описанию. И заданием третьего этапа стало снять рум-тур. Поехали! Поскольку я очень удачливый человек, то рум-тур сыграл такую физическую роль в моем видео и участии в конкурсе, потому что я не могу снять рум-тур в своей комнате, поскольку она сейчас находится в состоянии ремонта. Поэтому я вам покажу место, комнату, в которой сейчас я сплю, которая является собой и гостиной, и моей спальней, и немножко столовой. В общем, приступим к этому видео. Добро пожаловать в мою комнату. И боже, эти весельки меня просто убивают. Они такие милые и смешные. Как вы поняли, на этом диване я сплю. Здесь много разных подушечек, ежедневник, и всегда со мной лежит какая-нибудь книга. Также на диване обычно лежит ноутбук, планшет, зарядка, телефон, что-то такое. На стене вы можете увидеть картины, привезенные из Египта друзьями. Ну а дальше стоит два таких трильяжика стоечки, на которых куча разных приколюх. Например, этот ловец снов. Он сводит меня просто с ума. Ну и нельзя оставить без внимания эту улитку Тильду. Она такая милая. Ну а сейчас немного диайвайчиков моих и также самопиарчика. Ссылки на эти видео будут внизу в описании. Ну а эту часть комнаты нас приветствует Стив Джобс. Стив, скажи привет. На этой фотке я, наверное, классе во втором. Это так мило и смешно. Это тоже давнишняя фотка, где я со своим братом. Ну а сейчас давайте перейдем, так сказать, в столовую часть нашей комнаты. Здесь мы обычно кушаем. Эту часть комнаты охраняет слон. Также на стенах находятся такие прикольные картинки, точнее фотографии, сделанные нами же. Старинные часы, это такая атмосферная штука, так классно. Что ж, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставьте большие-большие пальчики вверх, подпишитесь на мой канал обязательно, ведь дальше будут очень-очень интересные видео, поверьте мне. В общем, люблю вас, сияйте, пока.